если нет, то берите хуй счастья и идите с ним в пизду собственного одиночества. Было первое видеообращение, где это было больше откровения и, наверное, извинения. Вообще, на самом деле, у меня по чувствам страх есть и недоумение. С одной стороны, я понимаю, что я давлю на людей и требую очень многого, как требую от себя. Понимаю, что это не работает. Хватит оправданий. Мы имеем на данный момент, Влада, неких людей, которые согласны выступать. Но как только я начал на них давить и требовать так, как от себя, что вот отдайтесь на 100%, они начали разбегаться. Это была моя ошибка, которую я ошибкой не считаю. Объясню почему. Я таки думаю, что если человек действительно, надо нести все-таки весть, а не человека. Если человек не хочет или не справляется, это его личная проблематика. Я бы хотел видеть в КПД людей, которые для того, чтобы жить, согласны с этой жизнью пожертвовать. Я вот пишу стихи. Это говно. Я пишу прозу, это говно. Потому что оно не завершено. Я недоволен собой. Как только я скажу себе, я доволен собой, взыскательный художник, я перестану быть художником. Это мое личное мнение. Да, поэтому КПД – место, где люди могут прийти. Я со своей стороны не могу обещать, что не буду требовать, потому что сам по себе вот, ну вот есть во мне этот скрытый, блин, Путин, диктатор, блин, который не хочет умирать и который желает всем причинять добро и навязывать свое мнение. Я думаю, что есть люди и посильнее меня, и поумнее, и помудрее, которые придут в КПД и поставят меня на место. Наташа Калашникова это сделала, благодаря чему мы имеем это видеообращение. КПД не просто формат, куда люди могут прийти, хотя он таковым и остается, перерастает в благотворительный фонд. Я бы хотел, чтобы это был проект, позволяющий людям неимущим, не имеющим возможности себя реализовать в творчестве по чисто материальным или каким-то бытовым проблемам, не требуя и не навязывая, дать возможность реализоваться. Нет людей не гениев, я в этом не верю. Я уверен, что нет не творческих людей тоже. Есть те, кому это просто не нужно. Они считают себя простыми людьми, и среди них настоящих гениев больше всего. Вот именно тех, кому слушайте. Ну, не хочу я туда приходить, я человек не публичный. И девиз КПД этого лучше будет, легче нет. Это даже не девиз, это некая внутренняя мотивация. Да, это некая внутренняя кредо. Все течет, я не могу на чем-то ставить конкретные точки. Вот это будет так и все, и это дело, это не работает. А помощь заключается в том, чтобы просто быть рядом и принимать меня таким, какой я есть. Вот этого мне нужно. Я предсделываю этот проект. Однозначно. Потому что делаю его не я. Через всех этих людей, особенно через тех, кто дает мне негативную оценку, со мной Бог говорит. Я, когда говорю о 100%, может, есть какое-то непонимание этого, я это вижу, не понимаю, 100% значит, это Стас сказал, а ты прибежал. Нет. Мои 100% понимания, да я один раз ошибся, и значит, я позволю себе ошибаться дальше. А не я один раз ошибся и в ужасе убежал. Может быть, чтобы каждый давал только, сколько он может. Лучше, на что способен. Я сегодня написал там такую очень интересную притчу. Обицлепуцы. Это мои внутренние переживания. Притча о глубоко ёбнутом обицлепуцы. Не жил, но был на планете богов. Человек обицлепуцы. Он тоже хотел стать богом. Но зачем ему это? Не понимал. Просто все были, а он хотел. Все такие ходили и говорили гордо, мы боги ёбнут. А обицлепуцы, когда слышал, чувствовал страх, ненависть, презрение и зависть. Ведь он был всего лишь человек. И все, что было вне его, было у него и внутри. Все, кроме этих богов. И он возненавидел себя за это. А потом ведь слепуцлю начал себя за это ебашить по голове. И стал ебнутым. Где-то в средним годам человек ведь слепуцлю устал себя наказывать и организовал для богов киоск с бесплатными хуями счастья. Боги помогли ему в этом, но мало кто из них принимал непростую человеческую сущность, ебнутую ведь слепуцлю. Поэтому в их киоске начались трения.
Одно из условий, которое я поставил в институцию для богов в киоске с бесплатными хуями счастья, было признать себя на время человека, ради бога в себе. И возбудились боги. И что будет дальше, стало непонятно. Но сегодня человек придет на спот богов, или погибнет там его киоск, или такие боги начнут оздоравливать. Ну или таки продолжат считать человека то ниже, то хуже, то лучше, то выше. Для чего это вам, родные? Ведь слепуцы просто другой, и каждый из нас. Очень сложно, самый ёбнутый. И если при встрече с человеком говорить себе, какой же прекрасный ёбнутый человек, как же я его за это люблю, все будет хорошо. А если нет, то берите хуй счастья и бегите с ним в пизду. Собственно, одиночество.